Здравствуйте, наши дорогие зрители. Перед вами находится на картинке мыс Алчак, который расположен рядом с Судаком. Это древний риф. Очень интересное место. И сегодня, друзья, давайте мы познакомимся с объектом, который расположен на мысе Алчак. Вы в комментариях частенько просите, чтобы показывали разные достопримечательности Крыма, потому что Крым не зря называют музеем под открытым небом. Он действительно таким и является. И вот, друзья, мы уже с вами забрались на мыс Алчак, и отсюда открывается такой великолепный вид на море, на пляж и, собственно говоря, в целом на Судак. Открывается замечательная панорама. Даже ради одной этой панорамы стоит уже взобраться на мыс Алчак. Вот, друзья, курортный город Судак, известный многим. Я знаю, что и в парк Львов-Тайган многие туристы приезжают именно из Судака, останавливаясь здесь. Кто-то впервые, а кто-то уже и не один раз, потому что место действительно красивое, и пляжи здесь хорошие, поэтому Судак привлекает. А вот, друзья, собственно говоря, это достопримечательность, о которой я вам сегодня хотел поведать. Иолова арфа называется. Видите, здесь такой грот, довольно-таки большой, объемный, который сформировался в результате выветривания. И называется она Иолова арфа, собственно говоря, в честь греческого бога ветра Иола. И когда сильный ветер, там из этой Иоловой арфы прямо звучит такие, знаете, интересные звуки, такая своеобразная музыка природы. Раньше даже делали именно вот такие арфы, ставили на тех местах, где сильные ветра, и постоянно звучала вот такая музыка, каждый раз новая. Так что, друзья, я думаю, что эта достопримечательность многих заинтересует. Кто будет отдыхать в Судаке, то обязательно сходите, посмотрите. А вот это вид на Генуэзскую крепость, тоже знаменитую. Где-то по разным источникам в 14-15 веке ее построили генуэзцы, выходцы из Италии. Построили они ее, кстати, на месте старой крепости. Но с тех пор вот Генуэзская крепость – это, пожалуй, главная достопримечательность Судака. И здесь вот располагается рядом с Генуэзской крепостью, туда ближе к Новому Свету, огромная скала Сокол. Это самый большой древний риф в Крыму. А вот, собственно, и сам Новый Свет, тоже уникальный поселок. Здесь вот тропа Голицына идет очень интересная. Что ж, друзья, всем большой привет из Судака.